Всем привет! 144-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 17 октября. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть на следующий день. Если вы ждете новые серии, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Когда Халиль помогал Зейнеп решить проблему ее сестры Мерве, он сохранял спокойствие и действовал четко по своему плану, чтобы никто не пострадал. Зейнеп снова увидела хорошие качества Халиля и была ими восхищена. Но она скрывает это, делая вид, будто Халиль ей безразличен. Госпожа Зумрюд хочет поскорее увидеть правнука, чтобы успеть взять его на руки, пока она жива. Бабушка торопит Халиля и Зейнеп, и она даже связала маленький жилет, намекая, что им пора подумать о детях. Халилю эта идея понравилась, и он хочет создать большую и дружную семью с Зейнеп. Но чтобы в семье был мир и покой, все должны доверять и уважать друг друга. А между Халилем и Зейнеп пока что вражда. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.